Выстроенная передача на Злобина, она ничуть не менее важна, чем сам гол в исполнении Злобина. Но в любом случае Антон тоже молодец. Такая большая статья в Edmonton Sun, сегодняшняя, по-моему, вчерашняя, посвященная Якупову. Ну, в общем, логично, исходя из того, какая итальянская команда его выбрала. И там такой глубокий анализ, насколько он верный, и это вопрос, и, в общем, судить об этом позволит только время. Вот. Придется отвлечься от разбора похвальной статьи в адрес Наиля Якупова в канадской прессе, потому что Шон Монахан напоминает о себе. Так, в общем, очень приличный нападающий у канадцев, но далеко не все время он заметен был. В Ярославле один из тех, кто еще не попал на драфт. У сборной Канады таких вообще немного. Передача Строма и Шон Монахан. Ну, собственно, кто, кроме Монахана,